Всем привет, меня зовут Гоша Конышев, и сегодня специально для Riders я научу вас слэппи крукет. Этот трюк специально для ленивых, в котором даже не нужно делать олли, а просто надо заезжать на грань. Перед тем, как научиться слэппи крукет, вам необходимо научиться простой крукет, чтобы уметь и понимать, как скользить и спрыгивать с трюка. Легче всего подъезжать не параллельно, а под большим углом. Тем самым это улучшит заход на трюк. Перед выполнением этого трюка вам надо поставить ноги широко, на ноус и на тейл. Весь тело надо держать в районе задней ноги и желательно давить на носок, чтобы поднялось переднее колесо, тем самым это облегчит заход на грань. И дальше вы переносите вес тела на переднюю ногу и скользите уже как на обычном крукете. Основные ошибки – это вы не нажимаете на носок задней ноги, тем самым у вас не приподнимается переднее колесо, и вы просто бьетесь носом об грань. Либо вы при заходе не переносите вес на переднюю ногу, и тем самым у вас просто вылетает доска, потому что у вас тело остается сзади. Если вы подъедете под неправильным углом, либо не сильно нажмете на носок задней ноги, то, скорее всего, вы зайдете на ноуслайд. Всем спасибо, учитесь больше трюков и не будьте ленивыми.